каких только сферах не трудятся северянки. И чем бы они ни занимались, они везде достигают успеха. Одной из таких интересных творческих личностей является Жанна Ивановна Атласова, эвенкийская активистка. И встреча с ней всегда увлекательна и познавательна. Интерес началось с детства. Я в детстве любила сочинять. Писала стихи, маленькие рассказы, пьески. Потом с возрастом стала писать более такие длинные формы, как повести. Воображение у меня, конечно, такое было богатое в детстве, в юности. И как-то мне вот хотелось что-то такое вот написать интересное для широкого круга читателей. Папа мне рассказывал очень много рассказов, всякие вот поверья. Вот он сам родом из Усмайского района, из села Ижанс. И всякие вот такие страшилки, там, которые у них в детстве им рассказывали. Там бабушки, дедушки. Вот это я все записывала, что-то я запомнила. И временами я публиковала свои короткие стихи, рассказики в газетах в советское время. Потом наступили 90-е годы, и появилась вот такая информация, что есть гранты. Для меня это было ново, интересно, но непонятно было. Когда я училась в Москве, я познакомилась с одной девушкой из Кемеровской области. И она рассказала, что она работает, получает гранты и издает свои информационные бюллетени на литературную тему. Сама она из Горной Шории, шорка по национальности. Всю жизнь работала врачом, а тут она резко повернула в сторону культуры. Меня это заинтересовало. Я стала изучать эту тему и искала информацию, писала заявки. Ничего я не выигрывала, ничего у меня не получалось. Потом у нас в республике наше министерство и департаменты стали объявлять грантовые конкурсы, и я подумала, вот мне хочется реализовать вот свои какие-то вот идеи, да, вот чисто такие творческие, да, описать какие-нибудь сказки, да, допустим, поверья, вот как-то их переработать в современном стиле, оформить, тем более есть хорошие у нас талантливые художницы. И как-то все это соединить воедино и издать интересную книжку, которая была бы приятна на глаз, хорошо читаема. Попробовала я участвовать вот в наших республиканских грантовых конкурсах. И вот у меня результат. Я выиграла 2 гранта. Первый грант – это «Легенда о белом олене». Она написана на 4 языках. На русском, якутском, эвенкийском и английском. Я сама эвенкийка. Мои предки родом из Усмайского Луса. И что? Вот с чего началась? Вот, мне рассказала моя подруга из Оленька, что есть вот такое вот поверье, легенда о белом олене. Смысл. Я ее это переработала по своему вкусу. Нашла переводчика. Переводчики перевели, вот Вера Александровна Дудкина, моя учительница по русскому языку и литературе, она эвенкийка из Томской области, она перевела на эвенкийский язык. Мой папа перевел на якутский язык. И одна девушка, она из Оленёкского Луса, она перевела на английский язык. Так, вот. И издала вот эту первую книжку. Художница, вот ее прекрасные картинки, да, это картинки оленёкская прекрасные. Художница Александрова Лена. Очень талантливая художница. Вот это все ее рисунки. Очень хорошим. Очень красивый. Очень красиво, да, самобытный. Очень. И сразу, ну, вот видно по этим картинкам, что это оленёкские венки. Ассоциация венков Усмайского Луса, они выиграли грант Фонда культурных инициатив. И в рамках этого гранта они создали эвенкийский кукольный театр. То есть в селе Эжансы учительница математики Татьяна Атласова, она
с детьми младших классов, они сшили эти тряпичные куколки, и на Бакалдыне 8 мая они сыграли вот эту сказку. Очень, очень было интересно, очень понравилось. Всем очень понравилось. И там очень талантливая девочка, которая была ведущей, которая читала текст. Девочка с 4 класса, очень талантливая. А на каком языке они показали? Она читала на русском языке. И потом они между этими действиями по-венкийски пели. То есть это было очень интересно. В общем, эта книга стала началом вашей деятельности в области грантов, да? Да, да. Очень удачный опыт. Вторая книжка – это по мотивам «Поверье восьмайских ивенков». Мне вот эти рассказы, мой папа рассказывал, вот интересные, вот об элбеках. И а я кто на такие элбеки? Это маленькие человечки, которые живут в лесу, которые помогают вот героям вот этой сказки. Рисовала тоже Лена Александрова, вот Оленёкская. Вот посмотрите, как она красиво нарисовала. Вот этот главный герой-охотник. Вот эти элбеки, маленькие человечки. Тоже написано на 4 языках. Это его жена охотника. А это вот Минен, это страшное, это чудовище, которое ее украло. Вот. Ну вот охотник выслеживает. Он пришел в пещеру. Ну, вот такая вот эта сказка. Ну, я стала-то заниматься грантами не из-за грантов, а чтобы реализовать свои творческие идеи, которые у меня накопились. Вот как инструмент реализации творческого человека. Тем более в 90-х годах невозможно было найти никаких финансов, чтобы издать хорошую книжку. Ну, а потом это постепенно уже вылилось уже в другие проекты. Я стала помогать уже другим людям. Угу. Жанна Ивановна, вы же помогаете вот нашим северянам. Угу. Да, я их консультирую, обучаю. Я стала, короче, на обучение, на просвещение коренных малочисленных народов севера стала получать гранты. Вот посмотрите, вот эти 5 книжек, это 5 моих проектов, в рамках которого я обучаю представителей коренных малочисленных народов Севера и также организации, различные там ассоциации, союзы и родовые общины. То есть я обучаю, как грамотно оформить, спроектировать их идею, логически все это выстроить. И как под каждый конкурс, под каждое требование конкурса это, оформить эту заявку, чтобы таким образом они могли выиграть этот грант и грамотно его реализовать. И отчитаться еще, это самое главное, это отчитаться. И чтобы потом у них это, они могли бы не единоразово, а регулярно принимать участие в грантовых конкурсах. То есть, чтобы их деятельность все время поддерживалась. Например, не только НКО, да, но и родовые общины, их традиционная деятельность. В плане, например, приобретения техники, какой-нибудь там транспортный, охотничьего снаряжения. Или, например, они могут проводить культурные мероприятия, да, например, по сохранению, развитию традиционных промыслов. То есть могут привлекать мастериц, там, мастеров, охотников, платить им зарплату. Тем более на селе это же проблема же. С работы. А так они вот, например, выиграют какой-нибудь грант, хотя бы начнут с небольшого, да, получат какую-нибудь поддержку и какую-нибудь оплату. И если они вот наладят вот это на регулярной основе, да, то это будет ну, доход в семейный бюджет. Хоть небольшой, но какая-то прибавка будет. И самое главное, родовая община будет продолжать свою деятельность. То есть она будет расширяться, потом переходить от грантов к предпринимательству. То есть они научатся
мыслить, вот это вот социальное проектирование, оно учит логически мыслить, чтобы потом это перевести в бизнес-планы. Ну, это мои мечты, конечно, чтобы они потом перешли от грантов к бизнес-проектам. Хорошо, а вот какие-то результаты обучения есть? Кто-то какие-то гранты очень интересные получал? Из коренных малочисленных. У меня получала ассоциация венков Усть-Майского улуса. Они получили 5 грантов. 5 грантов. Так. Да, 5 грантов они получили. И сейчас они 6-й получили. Сейчас они работают. Так, родовая община Ижанская. Они получили грант фонда президентских грантов детский лагерь Ижан. Они работали с детьми. То есть они это все отработали, уже сдали отчет. Фонд поддержки языка, культуры Алайховского улуса Максим Дудкин. Он выиграл грант фонда культурных инициатив по своей культуре, по этнопению. И он получил еще грант Пенарктики. Я не буду говорить, у меня родовые общины регулярно консультируются, они через Минархики получают материально-техническую поддержку своей деятельности в виде квадроциклов, лодочных моторов, снегоходов. Их очень много. Скажите, тогда получается, что это как бы перспективная, да, такая работа? Понимаете, если вот это все грамотно наладить, я уже который год ставлю, что необходим ресурсный центр коренных малочисленных народов Севера. Именно. Почему? Потому что, чтобы принимать участие в грантах, нужен устав, зарегистрированный в Минюсте. А у нас есть районы, где очень много зарегистрировано родовых общин. Там по 10, по 20, даже в каком-то районе есть даже 30 родовых общин. То есть представьте, уже улус или район, в нем есть 20 уставов, то есть 20 документов, 20 возможностей получить, привлечь финансирование в виде грантов и субсидий. То есть по аналогии, ну, как наша республика, вся НКО принимает участие в федеральных грантах и конкурсах и привлекает десятки миллионов рублей в республику. Также и улусы могут, используя уставы родовых общин, привлекать тоже десятки миллионов в свой улус. Я вот из этой логики исхожу. То есть если вот это все грамотно наладить и вести работу с родовыми общинами, используя их уставы, подавать заявки в республиканские, межрегиональные, федеральные конкурсы и делать это на постоянной регулярной основе, то выгода будет очень большая для улусов, где большое количество родовых общин зарегистрировано. Ну, хорошо было бы, я думаю. Нужна административная поддержка, техническая. Во-первых, должны быть специалисты, которые умеют работать с документами, умеют обрабатывать, анализировать большой объем информации. Да? Во-вторых, хороший интернет. И третья слаженность вот во всех, помогать родовым общинам реализовывать эти мероприятия, помогать в отчетности. А самое главное, мне кажется, должно быть желание. Желание, да, все есть, все возможности есть. И родовым общинам так плюс, что... и администрациям, глав администрации был большой бы плюс. Понимаете, это сколько финансирования, сколько людей бы было бы занято, они бы получали бы зарплату, оплату труда. Они могли бы закупать оборудование, транспорт, оплачивать командировки, да, транспортные расходы, ну, что-то еще там какое-то материальное приобретать. Ну, в общем... Но для этого нужна инициатива. Умелые ручки, так можно сказать об Ижане Ивановне. Имея творческую жилку, богатое воображение и безграничную фантазию, Ижана Ивановна творит просто чудеса. Главное, ее изделия всегда эксклюзивны, отличаются оригинальностью, изяществом и не оставят равнодушной любую модницу. Вот для себя я сделала вот эти два колье, мои любимые, из натуральных камней. Вот это вот видите, вот тут позолоченный кулон лошадка. Я сама родилась в год лошади.
Это сердолик, а это зелененькие, это хризопразы. Вот, то есть под шею, да, вот такой чокер. И это из натурального жемчуга, белого и черного, а в центре это морской жемчуг, барокко. Вот. Тоже мое любимое колье, я его ношу с сережками. Вот такая пара сережек, тоже из натурального жемчуга. Вот такой комплект. Сами сделали. Сама сделала, сережки. Сама и сама ношу с удовольствием. И я еще делаю переделки, ко мне обращаются. Ну, раньше обращались часто. Приносят свои старые эти бусы, бижутерии или натуральные камни. И я их переделывала в этом в современном духе. Там перебирала разные комплекты. То есть это тоже вот такое мое направление. Это у меня эксперимент. У меня есть, так-то у меня все украшения уже давно их нету. Последняя работа, она двусторонняя. Называется «Лето и зима». Вот это лето, а вот здесь, если перевернуть, это уже будет зима. То есть, вот. А так я начала мое увлечение украшениями. Мне понравилось работать с проволокой несколько лет тому назад. Ну, чисто так, для прикола. Вот. Обыкновенная проволока простая, да. Ну, делала такие завитки. Вот, ну, вот, вот такую оплетку. Потом я стала переходить, ну, к более таким формам, да, использовать различные там камушки. Вот, допустим, вот посмотрите, это обыкновенные стеклянные камушки, я их оплетала вот такой медной проволокой. Ну, такие сережки получились. Ну, это чисто, как бы так, как забава. Ага. Ну, вот, вот такой браслетик тоже из алюминиевой проволоки, да. Ну, чисто вот, как бы, потренироваться. Ну, забава забавой, а между тем, получается, видите, какие красивые вещи получаются-то. Потом я стала переходить уже к украшениям. Угу. Так, ну вот, это тоже как, это у меня эксперимент, у меня есть, так-то у меня все украшения уже давно их нету. Это вот тоже вот я тренировалась в плетении. Если вот так, да, ну вот. Угу. Если это убрать. Плетение из чего? Ну, это просто стеклянные бусины, просто вот плетение, ну, как бы экспериментировала с дизайном. Вот проходила я мастер-класс в Кирге. И вот такой кулончик. Это мой рисунок. Это из чего? Из серебра, серебряной пластины. Да. Вот этот мой рисунок. А что там на нем изображено? Посмотрите. А почему именно волк? Это же волк? Вообще-то я рисовала хаски. У меня собака хаски. Ее нарисовала, да? А люди ее воспринимают как волк, да? Ну, на первый взгляд мне так показалось. Она, ну вот, ну в общем, я нарисовала свою собаку, хаски, вот, и вырезала из серебряной пластины. И мой там руководитель, мастер, помог мне вот эту фактуру, вот эту внутреннюю сделать, вот эту внутреннюю, вот эти точечки. И вот такой беллик. А так остальное все отполировала уже все сама, короче. Вот это все вырезала лобзиком. Вот. И значит, вы любите заниматься именно вот рукоделием. Украшения, я поняла, я заметила, что когда я вот занимаюсь вот такой мелкой моторикой, да, я успокаиваюсь. Я когда работаю вот, вот такой вот этой интеллектуальной деятельностью, особенно по грантам, с проектами, да, у меня уходит очень много сил, нервов. Вот. И когда вот, чтобы успокоиться, прийти в равновесие, вот они мне вот, вот это такое занятие рукоделием очень помогает. Ну, плюс еще и эстетика, вот, красота, вот это все. Как ну, бы, кроме этого, же вы еще и рисуете. Я знаю, что вот спектакль, ивентийский спектакль, да. «Тропой любви». Да, это меня попросили, у них там было сроки поджимали. И попросили быстренько сделать декорации. Вот. Ну, у меня есть такая особенность, я все делаю быстро. Ну, это же хорошая особенность. Да. Ну и в общем, я сделаем декорации.
для спектакля. Вот видите, вроде как бы взяла и сделала, а на самом деле это же такая трудоемкая работа, это же надо знать. Ну, я самой, порой самой себе удивляюсь, я же никогда нигде не училась этому. Это у меня, видимо, в генах заложено, видимо, от моих предков кого-то там передалось. Вот. Но мой дед по линии матери, он был кузнецом. Может быть, по его линии, не знаю. Все возможно. Да. Вот. И потом вот я делала на заказ украшения. И, кстати, в рамках вот гранты как раз мне помогли. Там вот культурные праздники, да, как Синелген, как Бакалдын. Там нужны были призы. Нужно срочно было их делать. Опять быстро же. Я вот делала и сувениры, вот деревянные, ну, у меня не сохранилось. Деревянные вот эти совыкму расписанные, различные футболки, кепочки на тему Бакалдына. Потом охотничьи амулеты для парней. Сувениры в виде этих чашечек и там дизайн рисунка на венкийскую тему. То есть вот эти гранты как раз и стимулировали развивать вот это и творческое. То есть, ну, уже сроки поджимает, надо быстро Бакалдыну сделать эти короны, конкурс Гудейхунан, да? То есть быстренько. Миролон надо сшить для конкурса Беркачен, да? Все это быстро надо в определенные сроки, потом отчитаться. То есть у меня как-то вот все вот так сплавлено. Не получается, чтобы отдельно то, отдельно это, все как-то вот связано. Одно с другим, да. И это вот эти гранты, они подхлёстывают, дисциплинируют. То есть нету раскачки, чтобы там творить, нет. Определенные сроки надо сделать то-то, то-то. Сколько-то сувениров, сколько-то корон, сколько-то этих украшений, и все. И у меня уже так, как... Можно сказать, работает днем и ночью, иногда и во сне у меня там образы там возникают, там просыпаюсь, быстренько делаю эскиз, быстренько все это, быстренько закупаю материалы, потом делаю по ходу, что-то не получается, расплетаю, разбираю все заново и, короче, ну так у меня. Они как-то были замечены, мастерицы своего дела? Ну, Миролун я выставила на выставке в Доме дружбы народов. Я не помню, в каком году. Там отметили меня дипломом. Это раз. Потом я выставляла регулярно свои украшения до пандемии в Инстаграме и Фейсбуке. Через Фейсбук на меня вышли там какой-то международный проект, связанный «Хозяйка Севера». То есть проект «Хозяйка Севера». Они вышли на меня и попросили мои работы опубликовать в международном каталоге. Международный сайт «Мастериц Север». Я опубликовала несколько работ, в том числе мои книжки. Ну, а потом пандемия и так далее. Вот это все это заглохло. Потом на меня вышли и сказали, что у них последнее мероприятие – это выезд в Ярославскую область. Переяславль-Залесская. Там они отобрали мастеров с разных регионов, приглашают на экскурсию по разным мастерским. Я по семейным обстоятельствам не могла поехать, вместо меня поехала моя сестра. Вот. Я к этому успела вот это сделать, вот это украшение, чтобы она там его презентовала. Вот это и вот еще вот это. Это я сделала для нее, она ездила на Тунгусский конгресс, кстати, по гранту тоже. Я вот сделала вот такое два в одном. Это брошка, и она может как кулон. Вот, вышитая бисером. Все нужно было сделать быстро, времени не хватало. Я вот как успела, так успела. Вот, и она вот на Тунгусском конгрессе вот делает в это. Чтобы все сделать быстро, надо иметь, конечно, вот это вот навык и желание. Да, да, у меня вот это внутри этот моторчик работает. Не знаю, вот есть вот у меня вот такое, такая страсть к этому. А вообще у вас есть, ну, скажем, мечта или что-то вот такое,
Ну, сделать что-то такое необычное. Что бы вы хотели сделать? Ну, вот я вот, у меня мечта, чтобы был создан, наконец-то, ресурсный центр коренных малочисленных народов Севера, чтобы через ресурсный центр помогать родовым общинам и некоммерческим организациям, КМНС, да, и физическим лицам, которые хотят что-то сделать для КМНС, да, чтобы вот им помочь, чтобы они реализовали свои проекты не только в нашей республике, но и во всех регионах, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Чтобы они поддерживали, связывались друг с другом, чтобы могли конкурировать во всех сферах деятельности, не только культуры, не только в традиционной деятельности, но и в образовании, там, в IT-технологиях, там, в новых, в науке, в медицине, чтобы наши сородичи могли, ну, нормально жить по-человечески, в современном русле, используя современные технологии и свои традиционные знания. Вот это моя мечта. Сейчас мы не можем представить свою жизнь без грантов. Ведь для создания любого дела нужны финансы, которые можно получить только с помощью грантов. Поэтому мечта Ижаны Ивановны может и осуществиться.